Поехали. Лайф у нас идет на Alternate против Apex. Всем еще раз привет. С вами МПКБК. Мы начинаем смотреть игру LDLC против Alternate. Ну и тут надо напомнить, сказать пару слов по поводу того, что у нас сотворили LDLC накануне DreamHack'а. Во-первых, они стали топовой командой рейтинга Raid Call Cup'ов. После этого они обыграли на Fnatic фрагауте Непов со счетом 2-0. Причем разорвав страшно на Инферно, там со счетом 16-8 это был. С таким счетом еще не проигрывали до этого Непы. И... Нет, может проигрывали Виртусам, но в общем серьезный результат. И дальше вышли в Raid Call Cup, в основной турнир. Ну и им очень многие предвещают топ-3. На лане, ну, лично я думаю, что LDLC могут добраться до топ-3. Ну и судя по тому, что я читал, им их ЛТВ хорошую оценку дали. И многие другие порталы. Остался один Тизиан. А Alternate сыграли в ничью как раз-таки с LDLC в рамках Raid Call группы D на Raid Call. И я надеюсь, что сейчас у нас будет интересная игра. И Альтернейт поборется. Параллельно идет ESC против Raiders, где, я думаю, скорее всего, ESC спокойно одолеют финнов. Выиграли ножи LDLC. Остаются они за КТ на Инферно. Начеркали в очередной раз на Инферно. Погнали смотреть. LDLC, составы команд. SF, Кеннис, Маньяк, Апекс, Хэппи. Тут без изменений. У Alternate Крисби, Солик, Феликс, Кристал и Тизиан. Говорят, Кристал страшно крошит сейчас. Ну вот посмотрим, как он на лане разберется. Заходят на банан Alternate. Заходят на банан всей пятеркой. Встречают тут их Хэппи и SF. На медле у нас под аркадили три игрока LDLC. Постреляли. Получил только Апекс в лицо. На 50 хп. И пытаются теперь напрягать SF с Хэппи. Хэппи меняет позицию у нас в зелени. Пошел на гранаты. Раскидка идет от Alternate. Выход. SF первый фраг ваншотом. Второй. Стреляется дальше с P250. Убивает уже... Четверых вместе с Хэппи и 3 в 2 они принимают команду Alternate. Великолепно сейчас развели LDLC врага. То, что у них один будет на зелени. На эту точку очень много народу из Alternate смотрело. SF спокойно раздал 2 первых выстрела. Потом добил третьего прострелом. И довершил начатое Хэппи из своей позиции на вторых апельсинах. Шикарно сейчас LDLC у нас выигрывает первый раунд. Пошли с закупом, с фуловым. Трехи есть. Ой, фамасы у всех. Вот трех у одного Хэппи. В ковры у нас заходит Alternate. Перетянулись на мидл игроки немецкой команды. Массом на отдаче выходят на Кенниса. У Кенниса 3-2. Его не кроют с двадцатки. Он фактически один сейчас играет. Ну и похоже на 15 собираются у нас бежать. Alternate. Ну-ка, пошла раскидка. Да, на 15 забирают они. Кенниса пошел на хелпу у нас Апекс. Он кидает моменталку поверху. А флешил он врага, забирает Тизиана. Остаются 4 в 4 команды. Пришел на хелпу у нас Хэппи с Бизоном и пошел вперед крошить. Минус 2. Третьего не добивает. Пошел Апекс довершать дело. И последний. Кристал отдается Маньяку. 2-0. LDLC ведут. Потеряли Кенниса, но у него был не сильный такой девайс. 3-2, который стоит там 1400 вроде бы баксов. Ему дропает Бизон Хэппи и сам берет Кольт.
На медле Апекс забирает Феликса, стреляется дальше с Бизоном. Поджимать никто, кроме него, не собирается. Заходит, подходит у нас к коврам Альтернейт. Критсел чекает близко, с глачками все. По 252 взяли... А нет, это не по 250, это глаки у нас. Это все глаки. А не, по 250 у Солика и Крисби, да, да. Взяли они по 250, будут пытаться в упор раздать. С этих пистолетов снова в закрытую встают французы. У них в группе еще есть Fnatic и LemonDox. И это жаркая группа, судя по тому, что у нас LemonDox сотворили с Фнатиками. Маньяк ждет, когда пройдут двадцатку. Тизиан отстреливает, отстреливает очередной раз Кенниса. У него опять ган выбили. Забежали на респ. А тут у нас Хэппи с ними разобрался в арке. Хэппи пятерка. Пятерка. 3-0 стал счет LDLC Alternate. Ну и что ж, смотрим Кенниса АВП. У Кристалла тоже есть АВАП. Будут ли стрелять друг по другу на медле? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Да, Кристалл смотрит мидл, а Кенниса поддымило. Он убежал у нас в самогон. Ну-ка! Увидел врага, он на втором медле. Забирает в голову прострелом Тизиана. Вот эта реакция у Кенниса. А на Хэппи и СФ выходят у нас Солик и Крисби. Не, решили перетягиваться обратно. Дымок. Смотрит мидл у нас Кеннис теперь на 15-ти. Крисби. Спасибо, Майк Фан. Конечно, не буду забывать. Но не сейчас. Еще рано. Апекс у нас будет обновлять дымок. Вот LDLC терпеливо откидывают свои дымы. Не торопятся. Кидают их в середине раунда, а не в самом начале. Раш-то можно принять с одной флешкой. 30 секунд. Вот LDLC и дотянули время тактически. На одной стрельбе не выйдешь. Дымы лежат все грамотные от LDLC. Маньяк у нас в песках. Апекса пришибло. Маньяку дропается Феликс. Феликс погибает. Еще один идет к маньяку. Минус 2 уже в раунде. Пошла ХЕ в плент. Патроны кончились. Фомасия и ГГ наступила у нас маньяку. Приходят на хелпу игроки LDLC. СФ отстреливает Крисби. И СВП Кеннис ставит точку в этом раунде. 4-0 LDLC ведут. Но Альтернейт достаточно бодро добрались до плента. Единственное, что маньяка не смогли быстро законтрить. Четыре-ноль стал счет. Ведут LDLC. Отдача пошла у Alternate. Кеннис отстреливает Тизиана. Погибух, как сильно покоцала эта ХЕшка. Выходят игроки на маньяка. Маньяк у нас делает минус 2. И помогает ему Апекс. 4 минуса они вдвоем сделали. Я, наверное, на DreamHack я, естественно, за Virtus.pro болею. А так... Ну, Western Wolves, как я раньше и говорил. Мне очень нравится эта команда. Но если будут играть европейские тимы, я обычно не, стараюсь не болеть ни за кого, чтобы хладнокровно оценивать трезво, что происходит на карте. Видеть реально, что красиво делают команды, а не предвзято хвалить там любой зажим команды, за которую ты болеешь. Кеннис промахивается, СП на спальню уходит, откидывает ХЕшку, пытается дальше реабилитироваться, а его не чекают в спальне. Ну, зум на Кристалла, вот это был выстрел. Провалился, конечно, первых двух Кеннис, но дальше отработал как надо. 5-2 остались тимы, Кенниса не выдавили, на медле у нас снова дымы кидаются, четвертый прибежал игрок на А. Дымок у нас пошел от Кенниса, он продолжает смотреть СВП, ну, в дым забирает Крисби, который начал стрелять, это фраг дефолтный. Феликс у нас убегает. Ну, сейчас Альтернейт очень напрячься надо, если они хотят дальше брать раунды. Тут аркада уже пошла французская вперед. Нужно встать, поотстреливать нормально.
с балкончиков и с ковров Т. Деньги сейчас будут. Даже на АВП будут. Ну, Кристал, напрягись. Берут калаши Альтернейт. Пошли дымы на мидл. Да, у нас Кеннис продолжает напрягать этот мид. Лезет, все лезет на него и лезет. Идут у нас под А, под Б. Игроки Альтернейт. Раскидка пошла. Солик не поймал. Не поймал он врага, уходящего в храм. Даже не покоцал СФа, но на плент зашли. СФ делает первый фраг. Хэппи второй. Задымили у нас СФа. Должны ставить бомбу. Кристал еще живой. Кристал, ну давай, родной. Откидывает он дым второй на зелень. Пошел в аркаду вперед. 8 кп у него осталось. Его забирают в дым. Тизиан на зелени. Тоже погибает. В ноль. Просто в ноль забирают ЛДЛЦ раунд. Два фрага у Кенниса. Один СФ. Ну, Апекс и Хэппи тоже по одному. Не получается у Кристала ничего. Да, Варп же, я с тобой на 100% согласен, что реально Кеннису эта команда по стилю невероятно подходит. То есть здесь он раскрылся, чего в ВГ, ну, было под конец, но почему-то вот Existence решил уйти. Я в этом матче ни за кого не болею, я просто хочу увидеть красивую игру, красивые фраги. Интересные тактические моменты. Хэппи у нас крысит за цементом. Забирает под флешку одного, второго, третьего. Все одним зажимом. Четвертого вот забрать не удалось. СФ тоже умирает. Крисби делает два фрага у нас уже. Дымится зелень. Ставит бомбу Крисби. Живые Кристал и Крисби. Кристал пошел стреляться с храмом. Убирает он Кенниса. Остается 1-2. 50 хп уже... С банана приходит у нас маньяк, но Апекс разбирается с Кристалом, до прихода тиммейта. Диффузится бомба. 8-0. Ну что ж, закуп у нас еще один есть у Альтернейт. Теперь он практически каждый раунд будет. Сака. Снова на банану стремились. Уверены, что СФ и Хэппи можно продавить, игроки Альтернейт. Идет у нас первый Солик. Вместе с ним Феликс. Феликс будет первый забегать после флешек. Получил все-таки в лицо одну. СФ забирает первого. СФ второго, третьего. И пошел уже Хэппи отрабатывать. Забирает Кристал у нас Хэппи. Но уже Кеннис на хелпе. 9-0. СФ отработал сейчас. С подсадки минус 3 он делает с одного зажима. Вот видите, как у нас зажимают буржуи нормальные. Это жесткач. Что творят сейчас ЛДЛЦ. Видимо, продал им свой секрет Гетрайт. Секрет зажима скальты. Отдача у Альтернейт, хотят они на АВП накопить. Кеннис забирает одного с АВП. Три игрока немецкой команды осталось. Кеннис минусует Кристала. Стреляется дальше. Крисби подходит поближе. Можно голову добить у нас Кенниса, но Крисби своего решает голову добить, а не Кенниса. И Кеннис завершает 10-й раунд. Десять-ноль. Просто разрыв у нас от ЛДЛЦ. Ну, приятно, на самом деле, смотреть, как ЛДЛЦ останавливают Альтернейт. О, супер мидбой. Заходят снова на банан. Немцы.
Ну вот на медом им тут намазано прям. Кенниса как огня боятся. У него есть маленькая щелка с дымом. Вот хочет он ворвать дальше. Смотрит, хочет ручеек почекать. Заменил его Апекс. Под флешку забирают Феликса. Тут же есть размен у нас от Тизиана. Кеннис отошел более сейвово играть. На банане забрали Солика. 5 в 3 и уже понимают, что происходит у нас ЛДЛЦ. Маньяку прилетает в голову. Кеннис минусует Крисби. Два игрока Альтернейт у нас зашли на плента, ставят бомбу. Но живые еще и Кеннис, и Хэппи. Будет очень трудно взять раунд. Кристал в коврах, Тизиан на пленте. Давайте посмотрим за Альтернейт. Кристал делает первый минус. 1-2, 2 в 2. На пленте крысит Тизиан. Тизиана спалили. Кристал! Ну а им? А им где? Забирает он Хэппи, ныкается со 16 хп, диффузнул бомбу Кеннис сейчас. Давит Кристалла Кеннис, и Кристал берет у нас, убив троих в раунде. Первое очко есть для Альтернейт. Кеннис 16, 12 Хэппи, 10 Апекс, СФ 10, 5 Маньяк, 5 Кристал, Тизиан 4, Крисби 4, 2 Феликс и 1 Солик. Пошел в аркаду Кеннис с ВП. Понимает, что ему сюда дым положили. Никак не зайти на балкон. Аркада от Апекса на мидл. Забирает Феликса. Стреляется с Тизианом. Его тоже минусует и безнаказанно уходит. Нет, догнал все-таки его Солик пулями. Кристал еще живой. На банане у нас тусуется Солик. Тиммейт немцев Крисби на мидле. С ВП смотрит мидл у нас Кеннис. Лав пишет Апекса. А ему говорят, ах ты моран. Феликс за то, что на мидл зааркадил, убил двоих. Отстреливает Кеннис Крисби. Солика уносит. Остается Кристал 1-4. Ну и Кристалла тут не сочтены. Он убивает Хэппи. Остается 1 в 3. Бомбу надо подобрать, побегать. 30 секунд есть. Заходит он под респ. Посмотрел, никого не увидел. Его уже с песков здесь ждут. 17 секунд. Бегает он по 15. Ну что, сейвить ган пойдешь, что ли? Времени-то нету. Кеннис промахивается первый, но второй... попадает. 11-1 счет. ЛДЛЦ ведут. Ребят, как там дела у ЕСЦ? Показывал же уже тап. Ничего особо не изменилось. СВП аркадит Кеннис. Ну-ка... палить яму он не решается, чтобы его СВП, не дай бог, не пристрели. А, аркадит все равно. Бежит на него пистолет. Ой, ё-моё, как Тизиану-то залетает! Помогает у нас Апекс Кеннису. Забирает Апекс Крисби. Ну, вдвоем они разбираются спокойно с отдачей и Альтернейт. Солик в панике убегает на второй мидл. Отдается Апексу. 12-1 ЛДЛЦ ведут. И ЛДЛЦ очень близки к тому, чтобы попасть в матч Венеров. Уже 20 у Кенниса за первую сторону. Да, это Атакс, Джем. Это те самые Атакс. Заходит Альтернейт у нас на ковры. Банан вообще не напрягают. Раскидывают на 15 флешки.
получают молотов по двадцатку, выходят на 20. Маньяк минусует первого. Апекс у нас вместе с ним сидит в песках. Вот в песках это имба позиция для КТ. Выходи, заходи обратно. Ты постоянно в защите находишься. Постоянно тебя что-то прикрывает. То железяка Зила, то столб этот. То сами пески, то стена вообще ковров. Очень много куда можно спрятаться. Да, это те самые альтернет атак, с которой играли в финале ЦПХ Games. Но тут от того состава, по-моему, только Солик и Феликс остались. Крис, Бетизиан и Кристал пришли. Я не помню, чтобы Кристал играл в том финале. Или играл Кристал тогда уже. Кристал тоже? Да, значит Кристал тоже, ребят. Я просто уже не помню. На банане у нас Хэппи в аркаде забирает двоих. Продолжает дальше вперед бежать. Минусует Тизиана. Ну вот он, а им поставленный на лане. Да, ЛДЛЦ трудно теперь обвинять в онлайнерстве. Стрельба у них страшная. 14-1 завершают они первую половину. Какой разрыв. Какой разрыв, пацаны. А я думал, ЛДЛЦ онлайнеры жесткие. То есть они чисто по нету так играют. Нет? Просто, что Кеннис у нас? Вот сейчас заходит у нас очень хорошо. У Кенниса, Апекса и Хэппи. У СФ тоже был момент хороший. А вот до Маньяка, ну, видимо, просто дело не дошло. Вообще все пятеро у нас нормально стреляют. Пошла пистолетка, имба глоки в руках у ЛДЛЦ. Альтернейт у нас встали 3 на А. Один Солик на Б и Крисби хелпует одним или другим. Развод делают ЛДЛЦ, заходят в ковры вдвоем и сами ныкаются под бананом. Кеннис, все, помашнили, отходят, откинули флешечку. И выход у нас пошел на Солика. Выход на Солика. Забегают у нас в зелень игроки ЛДЛЦ. Кеннис минусует Солика бедного. Ставится плент. Без какой-либо борьбы. Вообще. Кристал стреляется с храмом. Кстати, очень интересно. Сейчас забежали ЛДЛЦ на пистолетке. У них первые двое при атаке банана заходили на зелень. Вот просто первые двое не на плент идут, а на зелень. Направо. И их прикрывают уже третий, четвертый. Ну, видимо, рассчитано на то, что будут начнут стрелять по затылкам зелени, выпрется человек с апельсинов, ну там, с коробок. И тогда будет уже третий, четвертый работать. Очень интересно. Надо взять на заметочку. Следующая игра ВП в 10. Да, минус 4 у нас было от Кенниса. Пятнадцать-1 ведут ЛДЛЦ, отдача у Alternate с полузакупом, перемешку. Ну, потому что денег банально на другое не хватает. СФ с дробовичком бегает у ковров, он откинул Галил, сам теперь хочет дробовиком бегать. Апекс убивает Кристалла. Крисби. Вот. Первый минус от Alternate. 4 в 3. Заходит на мидл у нас ЛДЛЦ. Крисби еще один фраг делает с пистолета. У него теперь ган есть. Апекс минусует Феликса. И плента пустой. Ребята, 16-1. 16-1 ЛДЛЦ разрывают Alternate. Captain of Russian, да,
немного скучная игра, но мне было лично приятно посмотреть на то, как стреляет Кеннис, на то, как стреляют у нас на банане SF с Хэппи. А по счету, да. Маньяк забирает Солика, 16-1.